мои девочки, драгулечки. Но я не бываю одна тогда, когда я не хочу. Вы понимаете? Мои вы драгулечки. Вот вы мне пишете, что вам самой никогда не бывает скучно. Девочки, я настолько, мои вы дорогие, занята. Ой, смотрите. Давайте я вам вот просто распишу чуть-чуть. Вот смотрите, в 6 утра я встала. Быстренько я поотвечала девочкам, с которыми я занимаюсь, которых я веду. Мои вы драгулечки, я вас всех обожаю. Я с ними быстренько-быстренько попереписывалась, мы назначили сессию, потому что в разных странах разница во времени. Естественно, мне девочки обратную связь дают, и после сессии, что с ними, как у них, где у них, как они, что осознали, что увидели, что изменилось, что, как, где. Естественно, я это все слушаю, я быстренько на это все отвечаю. Дальше, мои вы дорогулечки, бегу я делать йогу. Около 40 минут, ну, может быть, чуть-чуть меньше. Потом я могу включить, если я смотрю, у меня есть где-то 5 минут экстра, да, я включаю камеру, делаю вам утреннее видео, я делюсь с вами настроением своим, и чуть-чуть, конечно, причепурюсь, потому что со всеми я просыпаюсь, я тоже вся в настроении, но у меня ответственность, у меня девочки. И разница во времени, понимаете, они ждут, я просыпаюсь, у вас там обед, ну, где-то 2 дня. Час-два дня, в зависимости, кто где находится. И мне нужно срочно вам поотвечать. В общем, возвращаемся к этим 5 минутам. Есть экстра. Делаю вам видео. В это время я что-то делаю. Эти 5 минут я с вами делюсь энергией, которая накопилась у меня за ночь. С удовольствием, с большим-пребольшим удовольствием делюсь. Потом с собачкой иду гулять. Потом быстренько иду по своим делам. Дела серьезные, важные. Потом прибегаю домой, перед едой делаю опять йогу. Но во время дел, пока я сделал до дел еду, во время в дороге я вам делаю видео, потому что мне просто в другое время некогда будет. Хотя бы находила, естественно, но все это сжато. Потом я очень много учусь, мне домашку надо делать. Вчера, например, моя однокурсница позвонила и мне говорит: Алла, я там не знаю, как то делать. А ты сделала? А я понимаю, как это сделать. Быстренько сидела, ну быстренько, 40 минут. Я посидела с ней, объяснила ей, и я четко понимаю, что и мне это хорошо. Я лишний раз еще запомню. Потом что? Йогу. После йоги что? Поела. Потом у меня всем, у меня до 7, у меня еще могут быть сессии. Бывают девочки, рано утром у меня с девочками сессия. Йога отменяется, я ее переношу после обеда. Но я вот один день вам, да? Я поела, я еще могу себе позволить 2 часа поспать. Понимаете, где-то я могу позволить себе поспать, где-то с 4, прервалось видео, могу позволить себе поспать где-то с 4 до 5:30. В 7, если у меня день занятий, то в 7 часов у меня урок до 11 ночи, девочки. После 11 ночи у меня может быть йога или может быть сессия с девочкой. Я иду спать, чтобы в 6 утра опять встать. Это просто один день. Вот так, мои дорогулечки. Естественно, в пятницу, в середине недели еще, может быть, у меня мой друг ко мне приходит, мой бойфренд, а еще и семья, это моя мама. Мама меня вспомнила. Представляете, я хотела сказать дочка, мама меня вспомнила. Мамочка, вы представляете, девочки? Это моя дочечка. И внучечка, и сваха, и мы вместе проводим воскресенье хорошо, и прямо вообще замечательно. И мне опять нужно возвращаться к себе, потому что у меня есть моя жизнь, у меня есть мои цели, и у меня есть мотивация. Это завтра будет лучше, чем сегодня, хотя сегодня тоже неплохо. Девочки, вот так, мои дорогулечки.